Ограбление закончилось конфузом. Жертва перехитрила вора и скрылась. Саратов, 9 августа 2008 года. Нина Третьякова подъехала к дому, вышла из машины и стала выгружать сумки из багажника. Сзади к женщине подбежал незнакомец, обхватил за шею и попытался вырвать из рук ключи от машины. Нина бросила их на газон. Налетчик отвлекся, чтобы проследить, куда упали ключи. Женщина ударила обидчика по носу. Тот скорчился от боли и отдернул руки. А Нина рванулась вперед, схватила ключи и скрылась в подъезде. Нина проявила чудеса смекалки. Она сделала то, что нужно. Но отвлечь внимание злоумышленника можно не всегда. Поэтому надо знать принципы защиты от подобных захватов. Если преступник схватил вас сзади и душит, то одной рукой срывайте его захват, а второй рукой ткните пальцами в глаза. После чего сразу развернитесь к нему лицом и заставьте свою ногу за его ноги. Рывком пальцами за глаза опрокиньте преступника на землю. Вот так. Постарайтесь побыстрее убежать и позвать на помощь.